Итак, всем привет, ребят. Мы сейчас посмотрим новую песню Джинджер, которую я хотела, но в заявке попросил Шон. Так что давайте смотреть. Это их новая песня, которая вышла совсем недавно. Как описывает Шон эту песню для себя? Эта песня описывает его состояние социальной изоляции и с агорафобией. Вот. Ну, всем нужна поддержка, так что давайте смотреть. Thank you.
очень какой-то необычный клип, сколько я посмотрела у Джинджер. Это, наверное, какой-то отдельный клип, тот, который отличается от их, наверное, творчества, потому что, не знаю, он какой-то проникновенный, такой более лиричный, чем их все творчество, которое даже мой предыдущий клип, когда смотрели, очень много заставляет задуматься, и я не знаю, как это сказать, но, короче, у меня мурашки от этого клипа, от этой песни, от этого всего происходящего. У меня даже слов нет, потому что это очень красиво, очень прекрасно. Наверное, один из лучших клипов для меня — это вот этот клип. И так мне очень нравится, как тут Татьяна прям поет больше лирики. Очень классно она сыграла свою роль эмоционально, показав это движениями, там, все что угодно. Также, я не знаю, это, наверное, потрясающее начало линии гитарная шла, в конце как закончилось, плюс сюжет необычный, как бы каждый по-своему может растолковать. Правда, у меня до сих пор внутри непонятно такие чувства и эмоции, которые я не знаю, как это все выразить и сказать, потому что это как-то, я не знаю, как это объяснить, на каких-то эмоциональных связях, я не знаю, как сказать, ну, короче, это где-то все внутри тебя, то, что вот так вот ворошит, и ты не можешь это объяснить, потому что это необычно для тебя, вот. Наверное, так, голос, вот, мне вот очень понравился вот здесь, как голос Татьяны, прям вот мне 100% понравилось то, что здесь больше лирики было, чем гроула, плюс очень классно показано, как, ну, голос Татьяны, то, что она может не только гроулить постоянно, да, а именно вот прекрасным лирическим исполнением показывать, передавать всю песню. Вот лично мне это понравилось, потому что, я не знаю, это очень сильно зацепило меня, и я не смогу выразить все, как я бы хотела, потому что, наверное, не хватит всех слов объяснить. Пожалуйста, ребят, напишите вы в комментариях, что для вас этот клип, песня. Какие вы испытывали эмоции? Мне вообще тяжело эмоции всегда выражать, а здесь еще больше, я не могу. Ну, короче, это однозначно самое лучшее, что я видела сейчас, в данный момент, из всех клипов, из всех песен. Потрясающе сделана работа, очень классно снята, классный сюжет, классно эффекты, передаваемые на клипе. Ну, я думаю, что вы понимаете меня, о чем я говорю. Вот, однозначно, здесь 10 из 10, однозначно очень классная группа, и потрясающе то, что это есть вообще группа на сцене, и они действительно выступают, и в России выступают, потому что многие поклонники ждут их концертов в России. Поэтому круто, это классно, то, что группа так работает, выпускает стабильно столько много клипов. Для поклонников это действительно интересно посмотреть, и у них каждый раз отличаются разные клипы, у них каждый раз в клипе есть сюжетность. Не знаю, мне это очень нравится в этом, в творчестве, то, что ребята делают, это очень круто. Это большое уважение к ним. Так что всем спасибо за просмотр, до скорой встречи в новом видео. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, мне очень важно, я читаю все и отвечаю. Так что вот, всем спасибо, до скорой встречи в новом видео, всем пока!